8 лет, он посты держит уже 2 года. Но у меня остальные в семье все неверующие, и они постоянно: зачем ты держишь пост, зачем тебе это нужно, ну колбаски съешь. Ну, в общем, вот так его провоцируют постоянно. И сейчас уже 9-й год ему, он говорит: ну вот когда мам, я вырасту, мама меня больше не будет тревожить, я пост брошу. Вот. А я ищу священника, который бы его покрестил, нас покрестил. Вот вообще мне надо тогда? Что мне делать? Я его покрещу, а у него уже вот такие мысли начинаются, что он бросит пост потом. Ну, бросит или не бросит, еще не знаю. Доживет или не доживет, не знаю. Пока вы над ним власть имеете, держите. Вот у нас мать только от груди ребенка отсаживала, и уже он все посты соблюдал. Грудной ребенок. А вон как-то будет, он не хозяин, вы ничего не готовьте такое. У нас православных-то поста настоящего-то нету. Только меняем пищу и все. Угу. Ну, а с крещением, значит, если я найду священника, покрестить его, да? Конечно. Ну, если он верующий сам, гнать туда не надо, чтобы верующий. Он понимал это. Понимал, угу. Скажи, ты вот сегодня умрешь, разговаривай, давай ему понятие о смерти, и что там участь ждет неверующего, некрещенного, другая, чем верующего. И все так показывайте ему. Это очень важно. Ага, страх все. Божий, чтобы у него был. А там какие-то соседи, родственники что-то сказали. У нас были, которые люди, но нам никто никогда не говорил. Они видели, они понимали, что у нас даже в детях намного больше силы веры, чем у взрослых. Мы боялись Бога. И поэтому ни один человек за всю жизнь ко мне не вмешался, чтобы сказать. Да, маленький когда был. Ни один, ниоткуда. А там в деревне-то, которые посты соблюдали, наши, может быть, 2-3 дома только. А остальные-то по-мирски жили. И не было этого сроду. Поняла. И еще второй вопрос. Старший сын 20 лет. У него сейчас к нам он постоянно с просьбой: мама, купите мне какую-нибудь старую машину и снимите мне квартиру. Я хочу жить один, на машине там ездить. Вообще, как к этому относиться? Пусть, за, лет, пусть за, ему столько, пускай заработает и все. Почему вы должны ему машину дарить? У нас даже отец велосипед не мог подарить. Инвалид войны с матерью, безграмотная, ни одного класса нет. И 10 ребятишек живых. 10. Я поэтому сусликов ловил там, что-то где-то сдавал шкурки, чтобы велосипед купить. Школа после 4 класса за 15 километров. А то тише, машину ему купить. А почему не самолет? Он будет вести. Как он себя будет один вести? Неверующий он кого будет водить на дом себе туда? Развратников. Пить будет, может, научиться наркотики принимать. Не потворствуйте ему. Надо работать, сынок, надо работать, хорошую специальность получить. В сельском хозяйстве надо работать. Вы все хлебушек-то любите, а кто-то должен там работать. Ну, он работает и учится все одновременно, но вот такие мысли у него пошли. Все друзья у него, потому что снимают квартиры, машины, и вот он к нам с этим вопросом. Ну, я поняла, все. У нас такого не было никогда. Я вот поехал учиться, отец дал мне 3 рубля. 2.30 у меня ушло на билет уехать в Барнаул. А 70 копеек. Ни квартиры, ничего нет. Я должен устроиться на квартиру, поступить в институт, работать. И мы даже понимали, что это совершенно нормально. А то ему дай денег, кто другой. Велосипед и тот мы сами зарабатывали. Это вы просто сами как-то разнежили их. Он один будет. Один будет, там у него притон разврата будет. От молодой человек. Найдутся такие подружки ему, ну и все. Он и нахратится, он никому не нужен будет. Все, давайте, трудитесь, во славу Божию. Вот у меня в детском лагере, я начальник детского лагеря, 45 лет. И говорит: а было, чтобы у вас матерились дети? Были. Но только сказали, в этот день они навсегда кончились. У меня 1000 детей прошли за 45 лет-то. И чтобы дрались, обзывались, этого вообще не было. Строгая дисциплина. И родители каждый расписываются, я имею право его наказать. И все. Ты на Бога положись. А то он там хотел. Зачем же допускаете такие мысли? Работать надо, меньше их поднимать надо. Сынок, умирать будем. Запомни это, умирать будем. Где мы будем?
Вот так. Пускай выходит на меня. С собой возьмите, я побеседую с ним. Ну вот он уже почти готов, старший, да. Ну давайте. Уже. Ага, все, хорошо. Так его нет еще сейчас с вами рядом? Нет, нет, я сейчас вообще в городе с младшим. Ну вот давай, нет его. Давай, мы побеседуем с ним. Как звать-то? Старшего Андрей. Андрей, это означает храбрый, еврейское имя. А младший кто? А младший Кирилл. Кирилл, персидское имя, означает солнце. Какие сыновья? Да ты должна радоваться с ними. А вот и страха Божия нет, вот они вас и там на волнах качают. Отошел.